dvhub.ru. На сегодняшний день нарушений в действии конкурсной комиссии уполномоченного органа не зафиксировано. Соответственно, я в суде, вот, когда выступал в суде, говорю, вы знаете, говорю, вот сегодня есть выигравшие, есть проигравшие. Если бы это было наоборот, и здесь ситуация поменялась бы, те, кто проиграл, они бы судились с теми, кто выиграл. Мы действовали в рамках закона, как нас тут заставляли, а вы пойдите проверьте, а вы заставьте. В законе прописано, мы это делаем. В законе не написано, мы нарушать закон не должны. Тем не менее, на сегодняшний день мы провели мониторинг вот, состояния дел. Я хочу сказать, что мы вот, по нашей инициативе управления транспорта подписан план совместных мероприятий, подписан управлением транспорта, подписан начальником ГИБДД края и начальником МГУ. То есть мы проводим совместные проверки. То есть выходим специалисты управления транспорта, ГИБДД и МГУ на те маршруты и проверяют техническое состояние или те характеристики, которые заявлены. Вот сначала за 10 месяцев проведено 88 рейдов, 292 автобуса, это статистика, было проверено, вот, наложено административное взыскание. Теперь, согласно 220 федерального закона, мы как уполномоченный орган обязаны при неоднократном нарушении перевозчиками статьи административного кодекса, который нам представляет МУГАДА, подать документы в суд и лишить перевозчика права свидетельства на перевозки. Сегодня... dvhub.ru